Дорогие друзья, Прибалтийская дача с вами и я, Елена. Сегодня у нас 17 марта 2019 года, и я хочу посадить томаты черри. Как видите, у меня два сорта томатов, один требус, это партнер, и новый тоже для меня, ну что и требус, что и черри от Юрия. Чем они меня привлекли? В прошлом году я от партнера сажала черри Ирина. Ну, превзошли все ожидания, такой, как на картинке. А в этом году решила попробовать у них новый. Конечно, семена, хочу сказать, дорогие, но вы видите, тут элитная серия. Вот эти семена мне обошлись. Один пакетик 150, а другой 100 рублей. Но суть того, что, понятное дело, элитная серия, попробуем. Тут тоже на ветке будет, наверное, 20-30, а черри от Юрия даже рекомендуют, что будет очень сложная кисть, где будут до 50 черри. Так что давайте пробовать. Ладно, деньги деньгами, но наши томатики должны нас удивить. Так, прежде всего, я всегда сажаю в этом раз. Ну, у меня трудности, конечно, с тем, что у нас ни зимнего сада нету, мы в квартире живем, и поэтому я буду сажать без пикирования. Значит, я на дно положила яичную скорлупу и сухой банан. Вот как вы видите, это будет как бы и дренаж, и потом впитание. И приготовила грунт. Как вы знаете, я готовлю обыкновенную землю рассадную. Туда добавляю чуть-чуть биогумуса. Обязательно должен быть песочек. И костная мука. Я уже говорила, что это универсальная органическая фосфорная подкормка длительного действия. И с микроэлементами. Здесь и магний, железо, медь, цинк, марганец. Активизирует рост и укрепляет корневую систему и плодообразование. Поэтому незаменимо. Во-первых, она натуральная. Натуральная, она не пахнет, не думайте. Давайте так, сейчас я буду... Я всегда сыплю... Ну, сантиметров 5. Я не полностью заполняю вот эту емкость. Вот поставлю даже, чтобы вы видели костную муку, какую я. Это я, кстати, в Калининграде у нас тоже не нашла этой муки. А пришлось мне выписывать из с русского огорода. И, кстати, очень недорого и надолго хватает. Сейчас вот мы сделаем слой, вот посмотрим. Ну, сантиметров 5. Земля у меня уже, по сути дела, влажная. Сейчас мы еще немножко подсыпем. Вот так вот. А потом, когда будут расти семена, вот, мы будем подсыпать землю. Значит, немножко мы обязательно должны всегда утрамбовать ее. Вот, как вы видите, потому что должен быть слой. Вот утрамбовали. Ну, теперь будем наши золотые семена сажать. Значит, ну что, начнем с требуса. Посмотрим, что здесь. А, ножницы надо взять сейчас. Немножко разрежем прямо при вас. Что это за семена? Я буду научиться сажать сухими семенами. Попробую, как оно. Ой, конечно, маленькие, даже... Он, не знаю, видите вы или не видите. Ну, черри, понятное дело. Вот. Их 5 штучек. Вот мы раскладываем. Мы разложим. Где-то еще. Да, все так сложно. Так, 4. 4. 4, 4. Вроде не потеряла нигде, а почему-то 4. Да, удивительно, ну 4 семечка, не знаю, друзья, может, потеряла, может, нет. Так, а разделитель я вот обыкновенную пока ложу палочку от суши, вот она видно будет. Здесь я напишу потом. Ну давайте сейчас посмотрим, что у нас представляет томаты черри. Что-то у нас семена партнер требус, что-то не могу сказать, конечно. Ой, наверное, так хорошо прилепили. Давайте еще раз. Даже не откроется. Вот еле открывается. Так, видите, какие у них пакетики. Батюшки мои. Не знаю даже, как.
аккуратненько тоже открываем. Вот видите, здесь они у нас красного цвета. То есть они обработаны у нас. Обработанные семена. Может быть, поэтому правильно, что мы с вами их не замачиваем. Так, здесь ровно 5. Вот они, ровно 5 семян у нас. Так, мы немножко вот возьмем ложечку. Мы тоже их придавим, потому что я уже как говорила, что земля у нас влажненькая. Так, чтобы видно было. Так, теперь мы обязательно надо сбрызнуть. У меня здесь простая вода, и просто добавим чуть-чуть фитоспорина. Так, и еще один слой ложим. Сейчас мы пока эту палочку достанем. Вот. Ну, тоже где-то сантиметр, наверное. Сантиметр. Так, вот обязательно надо, чтобы земля была не рыхлая сверху. Вот. Так что давайте запомним, что это сегодня 17 марта. И посмотрим, как они, эти сухие семена. Вот, сложим эту палочку. Так, у меня в книжке записано. Единственное, что здесь вот, давайте даже посмотрим. Здесь 21. А здесь 20. И вот я так напишу. Здесь. Это 20. А здесь 21. Я знаю, что здесь у меня фанаты черри. Потому что в прошлом году, конечно, этот томат черри Ирины меня очень вдохновил и очень порадовал. Просто невероятный урожай. Ну, пробуем новые, дорогие, как написано, элитную серию. Ну что, друзья. А, забыла, обязательно. Обязательно. Сверху мы накроем. Ну, вот я, видите, как очень удобно. Бахилы накрыть. И ставим теплые. Ну, можно даже, вот знаете, я сначала ставлю над газовой плитой. У меня вытяжка есть. И я ставлю туда. Там тепло всегда. И они быстро всходят. А потом уже убираю на это. Так что запомним, смотрим, что у нас получится. До новых встреч. С вами была Прибалтийская дача Елена.